Арзак, и мы продолжаем играть с вами в Paradise City. Сейчас пройдет быстрая загрузка, и мы начнем. Очень быстрая. Я же мотоцикл не выбрал. Ну, ладно. Мотоциклы тут прикольные. А вот как перейти в машине Paradise. Вот так вот это делается. Вот это вот что такое? Там, по-моему, у нас есть охота. Да, вот. Охота мне нравится больше, чем эта дебильная гонка, которую я так... Всего лишь две жертвы надо разбить. Хорошо, размажу, не переживай, дебил. Есть, один уже сдох. Осталось еще одного. Ну и можно и больше. Это легко очень. Цель достигнута, и можно еще больше делать. Ага, вот как это розовый чмошник. Сейчас мы его вот так вот прижмем. Вот этот тазик мы прижмем. Тазик. Ну, это как бы вторая машина, поэтому. Вот, по-моему. Они тут сами еще бортуют друг друга. Блин. Я сам разбился. Да. А вот чувачки. Давай вот этого тазика попробуем. Жирного. Который тут ух, я его развернул. О, еще одного розового чмошника. Может, это тот же самый. Понятно. Да блин, это, по-моему, тот же самый. Просто он возрождается и возрождается. Меня там еще кто-то бордовать хочет. Чё, офигели совсем? Сдох. Отлично. Тут куча их. Давай, вот так вот. Есть, еще одна такая же тачка сдохла. Давай. Я тебе что сказал, падла? Сдох. Сейчас вот этого вот зеленого попробуем. А, он сам себе сдох. А, уже 4 жертвы. Подряд. И 9 жертв всего. 10 уже. 11. Куда это я выехал? Куда-то выехал, неясно куда. Какое-то метро, и похоже, что я уже отсюда не выйду. Ну ничего, 11 жертв. Ой, ты чё? И они здесь. Только я мог бы их сбить, но я слетел случайно. Ну ладно, время уже заканчивается, но это... Блин. Блин. Окей. Бля, а чё нам новую тачку не дали? Ну и пошёл ты, дурак вонючий. Чтоб тебя...
Ладно, будем искать. О, класс. Вот это я, конечно, дал жару. Как я жестко лоханулся. Ой, ой, выезд. Сейчас будет полет. Это за время нет. А, да почему я разбился опять? Что это за фигня? Это починит? Ага. А, это заправить нитро. Это гонка. Просто огромный мир в этой игре. Боже, я снова разбился. Летим. Блин, я хотел прыгнуть, а сам перевернулся. Но снова я разбился. А, неловко получилось, а не разбился. Ну, слава богу, хотя бы неловко получилось. Кстати, там никто не сидит в машине. Ладно, я, наверное... А тут можно как-то открыть карту? А, да, вот. А, это выполнено. Ну, это что такое? Давайте проложим маршрут. Что-то путь не пролаживается. Или это я не умею пролаживать путь? Или он не пролаживается? Ну ладно, ребят, мы доедем туда уже в следующей серии, а пока что всем всего хорошего и пока-пока.